Так, это смартфон B79. Перед вами на экране смартфона программа Google «Карты звездного неба». Смартфон показывает ту часть карты, на которую направлена его камера. Желтые линии на экране – это линия горизонта. Луна и Уран, которые вы сейчас здесь видите в созвездии Рыбы, находится ниже линии горизонта. Сейчас день, и поэтому, когда мы выйдем на улицу, мы ни Луну, ни Уран не увидим. Придется дождаться ночи. Так, теперь поворачиваю камеру вместе со смартфоном и поднимаю немножко вверх. И направляю на ту часть неба, где сейчас находится Солнце. Давайте еще немножечко вверх, и у нас появится Меркурий. Итак, ну, в реальности я нахожусь в помещении. Итак, сейчас на небе были бы видны Меркурий, Солнце, Венера и Юпитер. Конечно, для простого глаза ни Венера, ни Меркурий, ни Юпитер в данном случае не увидеть, потому что яркость Солнца будет затмевать остальные планеты. Меркурий и Венера вообще трудны для наблюдений. Это надо, чтобы Солнце было ниже линии горизонта, а, соответственно, одна из этих планет выше. Это бывает крайне редко. Вот. Самое, конечно, приятное это с этой программы. Сейчас я поднимаю камеру вверх. Ну, максимально, как это возможно, чтобы увидеть во, Малую Медведицу и Полярную Звезду. Вот двумя руками взялся за смартфон. Сейчас прыгать не будет. Самое, конечно же, приятное, это ясная ночь безлунная, когда вы можете выйти на небо и за 45 минут узнать гораздо больше, чем, наверное, вы получили за школьный курс астрономии. Спасибо за внимание.